Чуткая власть в действии. В городском округе Зарайск продолжаются встречи с трудовыми коллективами. Так, на днях глава Виктор Петрущенко совместно с заместителем по социальным вопросам Валерием Маркович и начальником управления образования администрации Владимиром Комом посетили детский сад номер 12 «Ягодка». За круглым столом говорили о нововведениях в сфере социальной политики, о планах и перспективах развития городского округа. Также на встрече сотрудники дошкольного учреждения смогли получить ответы на интересующие вопросы. Подобная встреча была проведена и в детском саду номер 9 «Красная шапочка». Студия «Кван», Зарайское кабельное телевидение.